Во Дворце культуры «Губернаторский» состоялось торжественное открытие нового балетного класса народного коллектива ансамбля танца «Счастливое детство». Руководители ансамбля танца и руководство дворца 26 октября перерезали красную ленточку и провели там первое занятие. Один из самых больших коллективов нашего дворца – это легендарное «Счастливое детство», которым всегда не хватает помещений, потому что у них очень много участников, очень много различных групп, разных возрастов, направлений и так далее. И поэтому мы решили сделать им такой подарок. Одну из хоровых аудиторий мы переделали в балетный класс. Балетный класс получился необычный и очень современный. По словам генерального директора Центра народной культуры Елены Лаковской, во время ремонта они немного поэкспериментировали. Класс сделали в другом стиле, не совсем стандартном для данного учреждения. Для этого они консультировались и с детьми, и с педагогами. Мы очень рады, что у нас появилось еще одно местечко, где мы можем творить, заниматься танцами, так как мы очень любим это занятие и... Но нам действительно это для нас действительно счастье. Мы теперь можем готовиться к нашим конкурсам, добиваться новых успехов, побед. Мы рады. Спасибо большое. Спасибо. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель народного коллектива ансамбля танца «Счастливое детство» Ольга Корнилова со слезами на глазах от счастья приняла долгожданный подарок. Я просто счастлива, что он есть этот подарок, что он у нас есть, потому что класс такой замечательной, хорошей ауры. Я, конечно, благодарна Сергею Ивановичу Морозову и Татьяне Александре Ившиной, потому что они хотели, услышали нас. Ну, а, конечно, Елена Николаевна, это был главный вдохновитель, то, чтобы появился этот класс. Всего на ремонтные работы балетного класса было потрачено более 700 тысяч рублей. По словам руководства ДК, на этом ремонтные работы во Дворце культуры не заканчиваются. В оригинальном стиле будут оформлены и соседние аудитории. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.